Друзья, всем привет! Еще раз про шипучую форму мультикомплекс Супрадин, мультивитаминный комплекс шипучие витамины. Ну, мы как-то его просто раньше пили, и просто я подзабыла, и тут пришла мне такая мысль посмотреть, а вдруг здесь есть железо в составе, и как раз оно здесь оказалось. Вот, потому что, изучая эту тему, поняла, что тема такая остренькая достаточно, кому-то не помогают таблетки, кому-то становится плохо, расстраивается вообще пищеварительная система от того, что не усваивается и прочее, прочее, нужно защищать желудок. Вот, будем пробовать вот эту форму. Благодарю всех за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем здоровья!